жаль. Никого. Значит, туда. Где-то здесь. Где-то рядом. Правильно. Неплохой тут так участок. Угу. Такое эхо. Угу. Вот мне нравится, знаешь, когда вот так вот сделано, смотри. Вроде что-то забор, а на самом деле его и нет. Вообще классно. И не мешает никому. Я купил себе это палок. Ага. Деревянный. Ну, металлические они. Я пока из деревянных, по крайней мере, его не дешевле. Их можно воткнуть, покрасить. Да зачем тебе забор вообще-то? Ну, я пока думаю. Просто что зачем? Делать? Тебе что, будет хоть коровушек уже заходить. Красотень. Можно, знаешь, какой? Такой низенький сделать. Вот фэн-шуй такой. Да-да-да, полуметр такой. Балийский типа, стиль. Типа, да. Надо вот вообще балийский все делать. Типа, да? Знаешь, такой просто обозначить. Да-да-да. И такие лампадки, чтобы можно было ставить. Да-да-да, отлично. О! О, отлично. Кстати, не крест, как обычно. Ну, крест, ничего страшного. Тут вообще гулять можно, смотри. Вау, пойдем узнаем. Ой, какие камни, кстати, смотри, заметил, какие камни тут. Вау. Интересно. Можно взять тоже. О. Обязательно надо прийти погулять. Сейчас я пока... Погнали. Давай, я пойду. Давай. Хороший лес. Да? Хороший лес тут реально.